Всем доброе утро. У нас первый час дня. Третья неделя карантина. Да. В Израиле заболевших уже больше 2000. На самом деле... Какие 2000? Последний раз, когда я смотрела пару дней назад, было 6 с лишним тысяч. Да, но я как раз хотел сказать, что я смотрел это неделю назад. Вот, а Иерусалим на первом месте по заражению. Потом Днепр идет. Да, а потом Тель-Авив. В Иерусалиме... А я сразу сказал, в Иерусалиме будет самый заболевший, потому что тут неважно, какой ты будешь турист. Ага. Неважно, какой турист будешь, ты в любом случае, на один день хотя бы, но придешь в Иерусалим. И поэтому, то, что тут все вот эти туристы были, конечно, тут будет больше всего зараженных. Ну, тут еще из-за религиозных. Они пишут, что это из-за религиозных. Ведь большая часть религиозных, а они не хотят соблюдать карантин. Они кучкуются, они сопротивляются, они называют нас... Кого снимаешь? Тебя. Они называют весь Израиль нацистами. Да. Вот, и плюются в полицейских, в солдат, неделю кашляют, назад, специально чихают. Неделю назад умер раввин, и они, куча дебилов, извиняюсь. 4000. 4000 пошли на похороны. 4000, это... Ты покажи, что я... Он делает завтрак, слышь, обед. Расскажи, это жареная картошечка, красиво порезана, со специями, есть куркум, паприка, сухой чеснок. Нет, куркум, паприка, хмели, сунели, специальная приправа для картошки и обычная соль. Бакси, вот. Я когда первый раз попробовала, начала есть, мне почему-то вкус показался морской капусты. А вообще очень вкусно. Здесь уже есть сыр, правильно? Да, сыр вон он. Сыр, он идет с горчицей. И еще мы зальем, Святик зальет яйцами. Мы забыли поставить в холодильник курицу. Я надеюсь, что... Я вчера еще приготовил курицу. Мы из окорочков. Мы... Точнее, эти... ты. Не, нормально. Мы съели треугольнички, остались ножки. А, это тоже треугольничка? Нет, это ножки. Ну, я говорю, ты тоже треугольничка? Да. Ну, я решил, типа, раз это вместе съедим. Эта курица, я ее сделал по методу... табака, но не прижимая. То есть как табак делается? Обмазывается полностью солью, потом придавливается чем-то, ну и все, он по сути жарится. Я сделал то же самое, просто не придавил. А потом скинул туда еще сливочное масло, которое придало просто божественный вкус этой курочке. Просто... Нам это... Несколько дней назад я заказывала посылку с магазина Суперфарм, чтобы туда не ходить. Суперфарм, там продаются косметика, гигиенические всякие, там аптека, она отдельно там находится. Вот, там все для детей, для мам. Не все. Имеется в виду бутылочки, памперсы, подкормки. Бакс. Нельзя. Бакс, я тебя второй раз кастрирую. Я тебе клянусь. Отстань от кошки. Бакс, нельзя. Ты какой вредный. Не подлизывайся. Не подлизывай еще. Вредина. Вредина, моя мужичка, такое. Вредина. У нас очень калорийный завтрак, кстати. Между прочим, я уже маленько позавтракала, но мне это не мешает. Кофе сладкое, ты вот позавтракал. Нет, я съела 2 хлебушка. Просто хлебушка? Ну, мне на один хватило по маске, а на второй не очень. Ты сожрала всю по маску? Да. И не поделилась? Да. И мне хорошо. Карантин, каждый выживает как может. Как мы договорились. Вот так вот, да? Я пацаны. Яичко. Зая, у тебя нету чуть-чуть. Чуть-чуть. Картошка и так очень хорошо соленая. Если ты не посолишь яйцо, то оно вообще противное получится. О, кстати, поджарилось шикарно. Тут просто уже угольки, прям как ты хотела. Спасибо. Да нет, это все для тебя, родная. Ладно, я пойду открывать посылку. Да. Кстати, это наше второе видео уже, где мы снимаем на iPhone. И звук на микрофончик, который я купил. Ну-ка, дай-ка мне его. Вот такой вот микрофончик, специально для iPhone, который тут будет, наверное, стоить... шекели 250 минимум. Я купил это на Алиэкспресс за 55 шекелей всего лишь.
А? Была... Реклама скрытная. Да, реклама. На самом деле не реклама, просто... Где спонсоры, где спонсоры? Спонсоры Алиэкспресс, надо этому дяде китайцу позвонить, богатому. Пусть отошлет нам пару миллионов. Да, он с радостью. Отошлет. Здравствуйте, хотите 800? Вот так вот и на отошлет. Отошлет у нас подальше. Да. Баксик свое ухо притащил. Боксик, свое ушко притащил. Я ему положил, он вокруг ушел, тут я ему положил туда. Ага. Как сюрприз, он, наверное, приходит, о, нифига. Киндер-сюрприз, да ладно, я не забираю тебя, нужно мне твое ухо вонючее. Ухо вонючее, нужно оно мне. Боится, что у него отберут. Ай, прелесть ты моя. Вот. А Настена спит. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ладно, буду раскрывать посылочку. Мне стромные штанишки. Прекрасные штанишки, ух. Вай-вай-вай. Анбоксинг, да. Положили под дверь. Не постучали, не позвонили, просто как бабахнули так. Дудыщ. Да, Бакси там так залаешь, что... Да. Это одноразовые подстилки такие, чтобы пеленать. Так. Это пумперсы. Это Similac Gold. Первый этап. Первый левел. Где пумпер? О, пумперсы! Вот они, аж две пачки. Для сирони нашей. Две пачечки. Это мои масочки для губ. Чего? Две. Ну-ка, транжира, да-ка-да-ка. Они стоили 15 рублей. Это? Для, что значит маски для губ? Что ты с ним будешь делать? Мне Наташа посоветовала, она сказала, вообще классно, на губы маску ложишь, и они хорошо увлажняют, и говорит, даже кажется, как будто становится больше. Ну, не обязательно. О, я себе тоже буду ложить. Да. Так, мне это надо. Теперь. В отдельный пакет. А ты мне, кстати... Вот запах, неужели что-то развелось? Вот, мы взяли шампунь, мыло, гель для душа с... Водой я никогда не могу это говорить. Мисси... Реально, мисси... Неважно. Мисселар? Мисселярная вода. Вот. Я даже не знаю, что это такое. Вот. Также я взяла просто мисселярную воду для снятия макияжа. Мисселярная. Да, мисселярная. А ты мне купила для бритья пенку? Какие же? Я это не говорил. Да, я надо было проверить. Да? Во-первых, я помню, я проверяла, мне кажется, у тебя есть. Новая? Да. Новая есть? А какая? Старая, что ли? Ну, старая есть. Нет, я про новую. А, ну, есть новая. Че, все? Ну, я хотела купить еще. Честно. Еще бы, я даже знаю, что. Ресницы магнитные. Магнитные ресницы. Транжиры. У них не было. То есть у них были те, которые подороже, а те, которые подешевле. Ну и хорошо. На самом деле, я много чего хотела купить и все еще хочу. Знаешь, сколько я могу хочу купить? Ух. А зачем тебе? Мне зачем? Да. Ой, мне надо много чего купить. Не надо тебе. Слышь? Все, выкидывай это. А хотя это оставь возле. Вот, он туда поставь, он туда. Всем привет. Сегодня уже середина третьей недели карантина. Кажется, 7 апреля или 8, не помню. А снимать нам не особо есть что прям такого, поэтому видео получается, что перепрыгивают со дня на день. Вот. Ну, будем вкладывать в одно видео несколько дней. Сегодня у нас, нет, завтра у нас Эрев Хаг, то есть это начало праздника Песах, типа израильская Пасха, еврейская. На самом деле оно вообще, кажется, я не знаю, что там отмечают, да. Я в праздниках этот... Ух, Бакси чихает, я чихаю. Я в еврейских праздниках, в общем, очень слаб. Мне они не интересны, просто я их не отмечаю. И Нетаньяху Биби Нетаньяху, наш премьер-министр, типа самый главный в стране, сказал, объявил чрезвычайное положение. Максимальный карантин, начиная с завтрашнего дня, где-то с 4 дня до 7 утра пятницы, до конца праздника, собственно.
Значит, карантин следующий. Нельзя выходить из дома вообще. Единственное, что можно выходить, это с собакой. Прям возле дома. Прям возле дома с собакой. И в магазин, если там что-то вот срочное, например, молоко кончилось, да, допустим. Ну, не знаю, ну, короче, срочное. Просто, типа, дома покушать нечего, вот. А так, всякие вечеринки, все такое, это все нельзя. Почему? Потому что... Странно. Видео само выключилось. Точнее, телефон хотел сам выключиться. В общем, почему нельзя? Потому что в Пурим, который был что-то там 7, кажется, марта, это типа Хэллоуина американского, потому что там тоже наряжаются всякие маскарадные костюмы и так далее. Запретили какие-либо роды вечеринки, сходы, больше 10 человек и так далее. И они все равно пошли. И дофигище распространился коронавирус просто, ну, в 2 раза, наверное. Так что сейчас я пойду. Нам обязательно нужно надевать маску, обязательно нужно надевать перчатки. И я был вчера в супере, но учитывая, что объявили вот этот карантин, и нам нужно как бы закупиться кое-чем, поэтому я сейчас пойду куплю там, Таня сказала, капусту. В общем, мы погнали. На улице, к сожалению, снимать не смогу, потому что у меня там трогать ничего нельзя, особенно телефон. Ибо какой смысл от карантина, если я вот, не знаю, там потрогал ручку, да, а потом хоп, телефон, а потом к лицу, а потом... Я погнал. Это... Если что будет интересно, обязательно заснимем, конечно. Вот, может быть, как будем готовить, кушать. Вот, Настя пока спит, просто я побежал. Тут столько много кремов, это когда на карантине и делать нечего. Мужики занимаются вот такой вот хреномантией. Она мне сказала лицо так помыть вот этим мылом. А, блин, рука. Ой, ой, что я делаю? О боже. А, сейчас. Вот этим вот мылом, это мыло специальное для лица. А вот. Я теперь бьюти-блогер. Бьюти-блогер я держал так. Сейчас я так намою. Он говорит, это очень важно. Именно этим помыть. Ну, типа, это именно мыло для лица такое специальное. Ой. Вот так вот. Сейчас смою эту фигню и дальше. Блин, в прошлый раз я неправильно камеру держал. В общем, вот. Ну, Таня мне сказала, что надо там это, а она не знает, что я спер это. Сейчас будем. Ну-ка, побольше, что такое? Надо максимум. О! Вот так вот. О! Смотрите, что делаю. О! Сейчас пойду другу с России скажу, что я теперь бьюти-блогер. Я не знаю, что это делает, но это прикольно. Ой, класс. Ой. В общем, пойду кайфовать, походу. Это реально приятно. Короче, дело ближе к ночи. В общем, получается, уже вечер. И мы кушаем вот такой офигенный салатик. Вот такой офигенный рис с овощами, с чечевицей и с жареным мяском. И это тушеные, запеченные овощи. Тут есть у нас кабачок, грибы, тыква. И что еще? Лук жареный. Чуть капли кетчупа и сверху сыр. Это вот у Тани так я разложил. Вот так вот. В общем, приятного аппетита и сладких снов. Да. Угу. Уставшие. Уставшие вообще. Ладно, погнали.